посвященная Дню знаний, считается открытой. Дорогие ребята, уважаемые коллеги, товарищи родители, дорогие гости, мне доставляет огромное удовольствие снова приветствовать вас в родной школе, видеть всех в добром здравии и прекрасном настроении. Большое учебное заведение. Нуриева Марина, Казанский университет. Елагина Рузана, Кировский педагогический институт. Калинов Алисян, Казанский технологический университет. Каждый год в школу храм науки мы приглашаем первоклассников. Наша школа действительно храм науки. Думаю, Антонида Русиева. Микрокалькулятором.
всегда в порядке книжки, прописи, тетрадки. Так, дорог, как лет, и первый слог. Слушай папу, слушай маму, и учительницу тоже. Мы усваиваем программу. Если что, то мы поможем. Если вы помните отрасль, мы сами готовы числа. В нашей школе есть хорошая традиция. 1 сентября выпускники дарят первоклассникам подарки. Чудеса. А теперь молодым учителям, которые пришли только... Доверила вам сегодня свое самое дорогое сокровище – детей. Берегите, любите их. Любите такими, какими они есть на самом деле. Фломастером будем или ручку уже будем теперь раз ручку раздали ельными полонках. Ну, ручки же раздали. Может, с фломастером не буду возиться? Так, фломастер чьи, возьмите-ка свои. Наташа и команда. Максим, у тебя есть, да? Кто попал, кто взяли, вы отошли. Лево направо попало. Где у вас левая рука? Левую руку. Так. Левую руку.
Вот левая, значит, левая сторона у вас будет здесь. Слева направо разделить пополам. Вот так положите. Положите вот так. Вот так, лежите.